Конечно, большая вероятность засушливого лета, потому что в последние годы действительно такое бывает часто. И наши подразделения наблюдательные отмечают как атмосферную, так и почвенную засуху. Обязательно каждый год бывает несколько таких вот не просто засух, а засуха, которая уже достигает опасного критерия, опасного явления. Вот о чем мы с вами раньше говорили.